Иногда оратор говорит более 20-30 минут. Вау. Мы таких не любим. А мы сложный человек. Это который говорит акцентом. Обычно русские слова намного длиннее, например, что. Достопримечательности. Вот. Мёнсу. Кисанчон. Да, три слова. Метеорологическая служба. Что? Всем привет, Кёна. Сегодня я с очень интересной корейской девочкой. Она синхронист русского языка. Намного лучше говорит на русском языке, чем я. Давайте, представьте, пожалуйста, кто вы такая. Здравствуйте, меня зовут Ом Цэ Бом. Сейчас я работаю учителем и переводчик-синхронист русского языка. Вообще, я первый раз в жизни вижу синхрониста, потому что обычно синхронисты, когда они переводят на русском языке, скрываются они. Вот да, да, в кабине обычно сидят, да? Скажите, пожалуйста, как вы начали изучать русский язык? Русский язык? Это, наверное, была судьба просто. Я вообще-то хотела стать пианистом. А, серьезно? Да, я очень долго и серьезно занималась музыкой, а вдруг перестала и объявила родителям, что я больше не буду играть на пианино. В России вы жили или как-то? А, в России? Да. Не, просто я была там, училась только 10 месяцев по программе обмена студентами. Постараюсь. А сколько лет вы изучали русский язык? Я начала учить прям в университете. Ну, тогда я скажу всем, сколько мне лет, да? Ей 18 лет, давайте спросим, а сколько лет она изучала русский язык? 14 лет. 14 лет изучали русский язык? Да. Блин, а вот, вы хотели стать пианистом? Ну, вдруг просто захотелось изучать русский язык. Я любила играть произведения Рахманинова. Не люблю Рахманинова, вот поэтому. Поэтому начали изучать русский язык, да? Да. Когда вы переводите, и какой человек самый сложный? Ага, вот. Самый сложный человек – это оратор, который говорит много, во-первых, с акцентом, да, много. Или кто-то может иметь неправильную дикцию, произношение или дикцию, плохую дикцию. Вот. Еще другой сложностью является языковая компрессия. Вот знаете, обычно русские слова намного длиннее корейских. Конечно, длиннее. Вот, например, что? Достопримечательности. Вот. Мёнсу. Кисанчон. Кисанчон, да, три слова. Метеорологическая служба. Что? Вот, я подготовила текст. Можно попросить вам показать, как вы синхронируете? Вы готовы? Попробуем. Давайте, начинаю. Шакакео. 한국과 중앙 국가들은 고대 실크로드를 통한 중국의 역사를 갖고 있으며 сотрудничают еще с древних времен через великую шелковую путь. Нас сближает 300-тысячная корейская диаспора, алтайская культура и многие другие элементы исторического культурного наследия. 제1차에서 제4차 포럼이 хотя первые 4 форума состоялись только в Корее, уже сложилась традиция поочередного проведения заседаний то в Республике Корея и то в одном из 5 государств Центральной Азии. Это соответствует и цели форума – углубить сотрудничество между нашими странами. Его даже мне трудно читать на корейском. Я специально быстро прочитала, и она тоже начала быстро говорить это. На корейском языке даже сложно говорить. Вот, даже по-корейски приходится, потому что деньги получаем. Обычно, когда вы переводите, сколько часов идет? Минимум. Минимум 2 часа, да? А вы не устаете? Вот поэтому обычно синхронный перевод осуществляет 2 человека. Мы сменяем друг друга. Да, поэтому я вижу в кабинете 2 человека. Кто-то переводит, тогда другой записывает, например, цифры. Мы помогаем друг другу. Да, я думаю, что это дело нужно делать с большим ответственностью, потому что если я ошибаюсь в деталях, тогда будет совсем другая речь. Иногда бывает, когда оратор говорит более 20-30 минут. Без перерыва? Да, вот. Тогда переводчики делают письменные заметки. Мы записываем. Именно этому нас учили в магистратуре. Какие моменты нельзя пропускать? Я даже не могу говорить одна целых 20 или 30 минут. Мы таких не любим.
можно спросить, а сколько вы получаете за перевод? Я думаю, это не все могут делать. За 2 часа, ну это можно сказать, да? 800 тысяч. 800 долларов, да? Да. Она богатая, долларов. Ребята. Если вы каждый день это делаете, тогда у вас будет очень много денег. Да, но каждый день не бывает. Сколько раз вы переводили в мероприятии? Знаете, уже не могу читать. Я переводила на мероприятие, где присутствовали президенты России. Путин. Россия и Республика Корея. Путин и Мун-Чжэ-ин? Нет. Так. А вы не волновалась? Очень волновалась. Это тоже был синхронный перевод. О, тогда вы видели русский президент? Да, конечно. И как? Он крепкий, но маленький. Кожа хорошая. Еще переводила для Газпрома и Когаз. Там, знаете, столько терминов. Да, про газ я не знаю, только нефти знаю. Вот 6 часов. Мне интересно, я знаю, что русский язык это очень сложно. Слова исключения, это очень-очень голова болит. Ударение, я всегда путаюсь. Я говорю, я всегда путаю, а путаю. Путаю. Когда вы изучали русский язык, что было самое сложное? Знаете, у меня мало опыта проживания в России, вот поэтому мне было самое сложное, это неологизмы, жаргонизмы, разговорные фразы, вот такие. Что нельзя делать, когда вы переводите? Ну, то есть, когда кашляешь, надо выключать микрофон. Это будет смешно. Перед переводом нельзя пить ничего. Вода. Да, вот нет, нельзя. Почему? Потому что, а потом, если вдруг захочется в туалет, нужно идти. Тогда кто? Кто же будет переводить? А двери закрываются, это тоже шум. И вот суть тогда потеряешь. Еще вопрос. Когда вы переводите, вы обедаете клиентами? О, да, конечно. Нужно переводить еще? Да, конечно. Мы это называем пап. Что это такое? Переводить обедая. Наверное, клиент спрашивает, а что это, что мы кушаем, а в нем что? Да, вот, мы должны знать, но это уже невозможно заранее узнать. Теперь, вон, знаете, как по-русски? Не знаю. Я тоже не знаю. Кульбенги. Кульбенги, это типа улитка, маленькая улитка. Знаете? Тогда у вас нет времени нормально обедать, да? Но все-таки ем. Мои подружки тоже учились в магистратуре синхронистов, что-то русского языка, и многие сдаются, потому что это так сложно. Это вообще сумасшедший график, да? Какую программу вы проходите, когда вы изучали в магистратуре? На первом курсе мы учим и письменный, и устный, последовательный перевод сначала. Что это такое? Я первый раз. Письмо, да, писать. А потом последовательный. Это осуществляется, как это сказать, в паузах речи оратора. То есть оратор сначала говорит несколько предложений, а потом замолкает, а тогда переводчик начинает переводить. А, короче, запятая, да? Вот. Синхронист одновременно нужно слушать и говорить. Как бы тренировалась? Вот это тоже в магистратуре нас учили этому. Вот, например, на уроке, это уже на втором курсе, на одном уроке преподаватель всегда делала, чтобы мы сначала сидели в каждой кабине, в наушниках, конечно, в которые поступает звук из зала. А мы называем цифры, знаете, в обратном порядке, от тысячи. 1999. 998, а преподаватель там читает текст. Тогда мы слушаем, записываем, а называем цифры, а после этого мы переводим. Вот такие тренировки. Опять бедные мы. Вот, да. Один круг, а потом трех. Опять преподаватель читает текст,
и все запоминаем, а потом переводим. Это реально помогает потом? Да, конечно, помогает. Блин! Да, ну, надо же уложиться в определенное время. У нас в магистратуре на выпускном экзамене. Как вы догадаетесь о том, что они будут говорить? Обычно на официальных мероприятиях выступление, вот текст, официальный текст, там устойчивое выражение всегда. Вот поэтому. Плюс мы знаем, о чем идет речь, чему посвящено. Обычно сообщают хотя бы тему. Спасибо, что вы участвовали на канале. Пожалуйста. И надеюсь, что вы успешнее становитесь. Для моих подписчиков, желающих стать переводчиком или синхронистом, это будет не легко, все равно это будет перспективнее. Поэтому вам тоже удачи. Тогда я оставлю ее инстаграм. Аня!